Помады для бровей появились не так давно, но они отличаются тем, что, во-первых, это очень пигментированный густой продукт, позволяет создать графичную бровь, реалистичный волосок. Этот продукт дает очень много контроля, но самое главное, за что их все любят, это невероятная стойкость. Это кушан, то есть баночка, в которой есть сеточка. И эта сеточка сама мешает вам набрать слишком большое количество продукта. В такой упаковке помада очень долго не засыхает, не застывает. И представьте себе, что держаться все это будет целый день, и при этом еще и прорисовывает наши волоски, наша помада текстурно. Было очень сложно добиться, но мы это сделали, и в итоге брови с ней очень живые, и более живые, и более настоящие, чем с другими помадами для бровей. Вот. Пробуйте, надеюсь, что вам понравится.